Герой труда, 84-летняя Зинаида Марщенко, пришла поучаствовать в закладке аллеи, которая раскинулась в честь 90-летия ее родного предприятия «Фандок». Здесь она работала сушильщицей шпона 35 лет, до выхода на заслуженный отдых. Для нее это дань уважения заводу, который дал ей буквально все. Обещает приходить и ухаживать за своим деревом. Хочется же это все, память остается же. Хотя мне уже и годы такие мои уже. Едешь вот через фанерный завод, едешь, и обязательно сердце коль. Все равно. Мероприятие объединило более 100 человек, ветеранов труда и молодое поколение, которое сегодня пришло на смену. Посадка саженцев – это первый этап благоустройства аллеи на территории гостиничного комплекса предприятия. Впереди здесь еще много работы. Почему именно в этот день? Это преддверие праздника Дня работника леса. Работы здесь довольно много, поэтому у нас еще и будет время как раз к 90-летию закончить здесь благоустройство и посадки. К слову, на территории комплекса было высажено более 30 саженцев каталь. Это быстрорастущее дерево с крупными сердцевидными листьями. Предполагается, что уже через пару лет они достигнут более 2 метров в высоту. Саженцы сотрудники приобрели в Букдепе за счет предприятия. Сегодня мы закладываем только этот парк. В будущем уже есть огромный проект на весь этот гектар. В будущем, ну, планируем до конца следующего года этот, наверное, парк все-таки будет уже окончательно выглядеть, как он должен. Кстати, это место совсем скоро украсит и скульптуры сказочных героев, которые были созданы на 2-м пленэре резчиков по дереву. Он проходил этим летом на базе отдыха Вербки. Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.